Здравствуйте, дорогие друзья! В арсенале итальянской кулинарии есть пирог, который мне особенно нравится. В нем идеально сочетаются и простота приготовления, и доступность продуктов, и идеальное сочетание ингредиентов. Одним словом, идеальная выпечка, не требующая ни сложных манипуляций, ни дорогих продуктов, ни кучи времени. Итак, сегодня в нашем видео рецепт шоколадного пирога с грушами. Первым делом подготовим груши. Их нужно очистить от кожуры и порезать на маленькие кубики. Сорт груш лучше выбирать не слишком мягкий. В противном случае это может неблагоприятно сказаться на консистенции пирога. Перекладываем их в удобную посуду, добавляем лимонный сок и любой ликер по вкусу. Алкогольный напиток добавлять не обязательно, но он может сделать вкус более насыщенным. Груши оставляем настаиваться минут на 15. Тем временем приготовим тесто. Сливочное масло растапливаем в микроволновке или на водяной бане. Затем взбиваем яйца с сахаром до получения светлой пышной массы. Хочу отметить, что количество сахара в ингредиентах указано минимальное. Если вам нравится более сладкая выпечка, его можно будет увеличить. Затем подсаливаем и попеременно, добавляя просеянную муку и теплое молоко, доводим до однородной консистенции. При этом действовать нужно очень аккуратно, чтобы яичная масса не осела. Добавляем какао, слегка перемешиваем. Затем добавляем просеянный разрыхлитель и перемешиваем еще раз. После чего также аккуратно объединяем массу с растопленным маслом. Половину получившегося теста равномерно выкладываем на лист, покрытый пергаментом или смазанный маслом и присыпанный мукой. Сверху равномерно раскладываем половину фруктов и покрываем оставшимся тестом. Сверху выкладываем оставшиеся груши. Форму ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Чтобы пирог лучше поднимался, накрываем его фольгой. Подробнее об этом в видео по ссылке сверху. Выпекаем примерно 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Пирог достаем из духовки и остужаем на решетке. Дивный и манящий аромат какао, прекрасно сочетающийся с сочными грушами, делающими этот пирог удивительно свежим и нежным, создают невероятный волшебный вкус. Все готово для душевного чаепития в хорошей компании. Приятного вам аппетита! Для вас магия простых рецептов.